Что такое шаблоны заказов и как ими пользоваться? Для вашего удобства на нашем сайте предусмотрено создание индивидуальных шаблонов заказов, которые помогут сэкономить время на создание корзины для постоянных заказов. После вашего первого заказа автоматически будет создан шаблон заказа «Мой первый заказ». Этот шаблон, а также все созданные впоследствии шаблоны заказов, можно редактировать. После того, как вы авторизовались на сайте Pragmatic.ru, нажмите на ссылку «Шаблоны заказов» над поисковой строкой. Для того, чтобы создать новый шаблон заказов, нажмите на ссылку «Создать новый». Далее вы сможете переименовать шаблон, по умолчанию он называется «Новый шаблон». Затем наполните шаблон товарами. Для этого нажмите на ссылку «Добавить товары, ввести артикул», который располагается снизу слева, и введите последовательно или через запятую нужные вам артикулы товаров. Выберите необходимое количество товара, а затем нажмите на кнопку «Заказать». Добавить товары в шаблон заказов можно и на странице товара, нажав на ссылку «Добавить шаблон заказа» под блоком характеристик. В дальнейшем для заказа товара из шаблона достаточно зайти в шаблоны заказов и нажать на кнопку «Заказать» напротив нужного шаблона. Также вы можете удалить его. Для редактирования содержания шаблона заказов достаточно выбрать нужный шаблон, затем добавить или удалить товары, либо поменять их количество. Обратите внимание на то, что каждый пользователь имеет возможность создать заказ для себя, и только пользователь с роли управляющий может создать шаблон заказа для всей компании. Для этого при создании шаблона достаточно выбрать из выпадающего списка, для кого установить шаблон – только для меня или для всей компании. Создание шаблона заказа для всей компании – это удобный инструмент в первую очередь для крупных компаний. Например, при открытии нового подразделения компании, магазина сети или отделения банка, сотрудники там с помощью данного шаблона смогут купить за минуту необходимое для нового офиса товар. И так в каждом новом офисе.